Всем привет, мы продолжаем походить мод Undertale. Что ж, в прошлый раз мы остановились на сновидениях нашего главного героя. Мы пошли один сон, и там вроде как, я понимаю, еще 3 или 4 осталось, и нам придется сейчас отправиться в это стрёмное место. Это, блин, будет стрёмно. Ну, делать нам нефига, потому что иначе, я так понимаю, дальше мы не пойдем. Так что давайте посмотрим, что нас там ждет. А ждет нас тут, походу, одиночество и депрессуха с садомией. Да, тут еще две двери, я так понимаю. То есть мы в любой момент, конечно, можем проснуться, но тут еще есть третий, четвертый сон. Так, предполагаю. Правда, тут, если сравнить, вот первые двери вот деревянные и выход, вот он деревянный. Тут дверка железная. То есть, может, что-то более сложное. Тут вот тоже что-то. Это последняя дверь, я так понимаю, это последний сон будет. Или еще что-то. Так, давайте посмотрим, что тут ждет. Собственно, и где мы? Да, второй. Я могу, кстати, назад в любой момент вернуться. Вообще, не знаю, насколько эти сновидения главного героя затянутся. Мод весьма очень продолжительный. И, наконец-то, что-то стрёмное начало. Что там было? Что-то там светится. Какая-то херня. Я не знаю, возможно, вся эта часть будет посвящена чисто сновидениям главного героя. Я, в принципе, никуда не тороплюсь, потому что и так понимаю, что модификация на частей 20-30, а может и больше. Ёкарный бабай. Что за нафиг? А, я понял. Нельзя попадать под лучи света, да? Окей. Да блин. Что-то это проблематично будет сделать. Ну и блин, ну а... Потихоньку. Так, это туда, я туда. Тихо бегу. Блин. Да ё... Это жесть. Так, отлично, ну вроде кое-как пошел. В общем, вообще пока не страшно, какая-то чисто, не знаю, типа головоломки, испытания, что-то такое. There was an incident, and Jake barely made it alive. What? Jesus Christ, Tom! What the hell have you been working on down there? Да, и вправду, на чем ты тут работал? Все отлично. Ну это коротенький сон оказался. Первый был постремнее с тем бегающим чувачком. А тут дверка деревянная уже стала. Нормально так, ну ладно. Так, третья комната. Что тут? Какие-то стрёмные сновидения у главного героя. Это что за рычаг? А. И... А. Понял, кажись. Чё-то выговаривал. Поимённо понял, в принципе. Ну, это поимённо, конечно же.
Ну-ка. По идее, он там... Не знаю. Вевно, не вевно сделал. Упс. Да стой ты. Вот туда, да, вот туда вот. Как раз к этой фиговине. И тебя сюда. В принципе, в теории должен подняться. Во, отлично. Что-то сновидения какие-то в одни головоломки превратились. Это, конечно, все прикольно, не, ну не как-то не знаю. Но не очень интересно. What should we tell him when he wakes up? I won't be here when he wakes up. That's why I need you. Should I tell him then? Сказать правду, я думаю. Так, собственно, последняя комната вроде, ну, предпоследняя, если считать ту. Чё-то какой-то тут звук не очень приятный, если честно. Опять не попасть под лучи, да? Да это вообще уже мазохизм. Чё-то вы издеваетесь. Да блин. Как мне это пойти, вы чё? Может, просто пойду? Да, в принципе, просто тупо пошел. Where are you going? I have to go back, or they'll know it was me. Don't understand. What if something happens? How do I contact you? You can't. This is the last time you'll ever see me. Thank you, Frank, for everything. Treat him like your own son. I will. Проснуться, восстаться. Вообще, честно, я от этих сновидений ожидал большего, потому что первый реально шуганул чем-то, а тут какие-то головоломки, причем последний вообще... Я тупо побежал, ё-моё. Остаться, ну окей. For the record, what's her name? Green. File her under Green. Are you sure? The mailbox says Hawkfield. Yeah, they just moved in. Mailbox was already there. Just put Green on the form. All right, whatever you say. Да уж, конечно, очень запутанный сюжет и история.
Многое до сих пор, конечно, непонятно. Есть догадки, но... Да, догадки есть, но непонятно. Ух ты. Это типа появилось у нас рядом с домом, теперь что ли поход туда? Да уж, стрёмненький домик. Очень. Камин горит, почтовый ящик что-то пришел. Э, как горит... А, камин, да, я же... Хотя нет, погодите, я же... Я же баллон газовый на камин не ставил. Птичка, только не залазь в трубу. Че за нафиг? Из ежернего ящика тумбочки в холле, окей. Черт. Я не хочу туда заходить, да это уже. Ладно. Задний двор. Да по фонарик-то ясно. Куда ты фонарик дел? Ты же будет с ним спать ложился. Нелогичный ты, полнейший, нелогичный. Так. Вот он. Батарейки остались. Что ж у меня на заднем дворе? Я не очень, конечно, хочу знать. Так. Господи. Эти часы, блин. У них скрип, как будто кто-то, не знаю, звук издают. А, вон. Деревце нагнулось. А туда молнии. Не саба так. Да, походу. Надо снова лечь спать. Не. Я просто так спать не лягу. Надо бы дверку, конечно, закрыть было, но... Я хочу еще... А, запер-то? Блин. Камин. Я не понял, как камин? Блин, я же газовый баллон не ставил. Не понял. Ну-ка. Не, ну я серьезно, газовый баллон же не ставил. Как камин пашет? Магическим образом откуда-то появился, да? Да уж, вообще магия. Ну ладно, к черту. Пошли на верхний этаж спать. Где амулет этот висит, но я тут, я так понимаю, я ничего не сделаю пока. Надо же заспать и ждать утра. А там уже, возможно, что-то. Кто тут книги раскидал? Окей, это хорошо. Сохранен. Какого хела? Это что за хелотень такая, мать вашу? Птичка, ты тут откуда, блин? Куда я это выкину-то? Блин. Говно. Ты пока полежи, я почту поверю. Ничего. Это как, блин, побаться, я не знаю, через камин, что ли? Фу, блин. Ты еще и пол загадил, ну фантастика. Засранец.
Ах ты ж засранец. Иди нафиг отсюда. Во говно. Чё за звук? Йо, не-не-не-не-не. Я в этот Silent Hill не пойду. Silent Hill. В тумане перед домом. Фонарик есть? Да, ну ладно. Давайте медленно. Да чё за хрень? Чё-то говно герой глючить начал, не по-детски. Вообще капитально глючит. Чё за... Это чё, олицетворяет светофор, что ли? А, мы опять вернулись. Черт, я хотел в доме еще пошастать. Да уж, офигеть масштабы базы. И куда, собственно, нас повезли? Очень хороший вопрос. Хорошо, хоть боится на усы не надо. Мы у нас герой уже лысый был. Заключенные. Все-таки, значит, посадили. Только вот куда? Да, постановка, конечно, офигенно сделана. Вот, честно, чё-чё, в этой игре постановка просто 10 баллов. Несмотря на любительскую работу и уже весьма старенький движок. Ужас, какая-то хренатурина. Не ругайся. Вид от этого лица, ё. Я не хочу вид от этого лица, ё-моё, вы чё офигели? Не, ну сделано прикольно. Честно, вид вот этот от этого лица очень прикольно. Я бы сказал, офигенный. В южное? Я не хочу в южное. Вот это галюк. Ну ладно, пошли. Ах, ты что толкаешься? Ай. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Еще, пожалуйста.
Блин, еще давай. Интересно, сколько он ударов выдержит. Походу бесконечно. Офигеть. А ты будешь бить? Нет. Чё, только не показывайте душу в подробностях. Не надо, пожалуйста. Не надо стоять с этой дубинкой так за мной, чувак. Чё, как вот постановка эта, блин, я не знаю. Я даже сказать не знаю, чё. Это просто круто. Да понял, понял. Причем то, что все мы вот это проходили на протяжении предыдущих четырех частей вот этой части, это всего лишь был пролог. Всего лишь, мать его, пролог, блин. Это капец. Это чувство частей, блин, не знаю, насколько, но дофига. Очень большое прохождение будет. Мрачное местечко, конечно, ничего не скажешь. Supposed to send it to the North Wing? I was told to bring this one here. Is there a problem? No, no problem. He needs to sign the checkpoint. You sign the checkpoint. Ах ты ж сволочь. А, это сохранение. Джейк Хокфилд. Alright, I'll call it in. Так что этими штуками можно сохраняться, окей, надо запомнить. Не, надо запомнить, что ими сохраняться можно офигенно. Чё, вот сижу с отвисшей челюстью просто. Это, блин, всего лишь модификация, ё-моё. Уровень 0 столовая. То есть этот весь комплекс еще можно потом исследовать, что ли, будет? Офигенно. Ну просто офигенно. Да уж, мрачно, тут все как-то все. Причем что за место, я не понимаю. Видно. Ты видно сюда вообще каких-то самых опасных посылаешь, что ли, людей. Не знаю даже. Вид от этого лица пока, честно, не особо как-то радует. Ну, просто кривоватый какой-то он, ну, прикольно все равно. Кухня, надо потом зайти будет. А я могу сейчас? Не, не могу, жаль. Кого ты там послал? Черт. Да, отсюда явно проблемы будут сбежать. Умирать чего, интересно? Масштабы, конечно, ужас. Чё, вот это надо все официально в Стиме выпустить, я считаю. Причем, если там это... Причем, вот это, блин, не знаю, модификация называется Undertale Chapter 1, то есть первая глава. Я так понимаю, они вот еще вторую зарабатывают. То есть, когда это полноценно заработать, доделать, это... Серьезно, как коммерческий проект спокойно можно выпустить. Я думаю, многие бы купили, не пожалели бы.
Ну, не за бешеные деньги, конечно, но... баксов за 5, за 10, почему бы нет. Да уж, сбежать отсюда явно проблемы будут, я так думаю. Если это понадобится вообще. Че-то мне это какой-то фильм даже напоминает по Тюрягу. Причем Тюряга такая футуристичная. Несовременно что-то из будущего какого-то. Че? Ну, ладно. Ладно, без базара. Печально все это, конечно. Загаженный толчок, раковина. Черт, что за место? Какая-то, блин, тюрега особого содержания, но я не знаю, что это вообще. И почему она где-то вообще под землей? Это естественно, почему все это под землей еще? Интересно. Может, просто спать можно лечь? Нельзя, ладно. А, отбой. Ложитесь спать. Все очень хреново. Ладно. Вот это попахивает опять сном. Ёшкин, блин. Чё-то в натуре опять сон. Ух ты ж. Ладно, не важно. Я могу куда-нибудь вообще пойти? Никуда. Черт. И что тут делать? Я не понимаю, что я должен сделать. Ой, блин. Фальшиво. Ё... раздевалки. Ладно. Давай вставай, чувак. Да уж ужас. А, ну правильно, тут у него этого... херни от снов плохих нет уже. Амулета. Кстати, эта хреновина и вправду существует. Это, насколько я помню, древний индийский амулет, что-то такое. Странная зараза. О, все ясно. Походу, все-таки вправду какой-то вирус. Что за вирус, только не ясно. I'm not a doctor, I'm a nurse. And he doesn't appear to have any stab wounds.
We'll have to take him to an autopsy to establish the cause of death. Yeah. We're going to need a few people to lift that body. So, am I good? Can I go? Yeah, get out of here. Жесть, какая-то тут происходит. Куда я, блин, попал, а? Я вообще сюда не хотел. Александр Джонсон, please report to the Western Block immediately. Я сохраниться нигде не могу. Oh yeah? You're telling me Parker was a drug dealer? No, but he had diabetes. Someone probably stole his needle or some shit. You heard of any known disease that causes your body to rot like this? That fast? Dude, drugs are bad for you. Now you're being an idiot. What? They are! I know they are. But they don't get you fucking necrosis on your skin. And they don't make you puke pus and blood. Ой, ужас, нафиг, валим. Едем, надо где-то сохраниться и... Привет. Ты кто? Говорить вообще не хочется, ну и ладно. Молчишь так молчи. Чё, я ничего не видел. Нужно идти за ним, гениально. Мне бы сейчас сохраниться и часть закончить. А то опять затянется на час, не дай бог. Не дай бог. Чёрт, нифига себе. Это, блин, только первый этаж. Просто speech now, do you? Hey, you don't have to say anything. Just go have your sandwich and call it a day, alright? Go on, get out of here. Okay. Чё? So, the new guy, huh? Come on, let's go see the Grim Reaper. Мать, нужно не сразу зашибись название. Усохранение. Hey, Warden wants to piss in this guy's ears for 20 minutes. Give me that little piece of paper so he can sign it. Антон, не хуёчку. Зашибись. Так. В общем, все, давайте тут, наверное, пока да, закончим. This place is in like the 23rd century, technology-wise. But we still make people sign these damn fuck points with a pen and paper. You tell me. Hey, you tell me. Doesn't that seem a little contradictory to you? And what the hell is that big box supposed to be, huh? Shit, man, even my grandmama, rest her soul, had a goddamn plasma screen TV. I guess our applications do not require more advanced hardware. No shit? Well, congratulations, the first smart thing to come out of your mouth today. Now put your lazy ass back to sleep. You, come on, let's get this over with. Окей, давайте тут закончим. Ну, вроде бы, да, все началось интересно. Тут какая-то инфекция, вирус или что-то такое. Плюс, так я понимаю, в дом главного героя мы еще вернемся. Он так мне у него во сне или что-то такое, воспоминание. Непонятно, конечно, но да ладно.
Что дальше будет, я абсолютно не понимаю. Тут какой-то, наверное, капец масштабный будет. Возможно, распространится зараза по всему этому комплексу. И тут начнется полная жесть. Хотя фиг знает. В общем, увидим. В общем, на этом все. Всем удачи. Одно можно сказать. Похождение затянется надолго. На этом все. Всем удачи и пока.